Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакул. Мы продолжаем играть The Elder Scrolls 5 Skyrim с модами. Мы с вами остановились на том, что пришли в две мирские руины, получили соловьиную броню. Вообще много что произошло, но основное это то, что мы знаем, что Мерсер находится в этих руинах, и мы сейчас с вами пойдем его просто убивать. Ну, во всяком случае, я хочу его убить. Это как бы мое желание такое личное. Вот. Ну, также нас объявили главарем гильдии воров. Ну, вообще, по-хорошему, надо найти Карлею и Мерсера. Карлею и Бринльфа. Только я что-то понятия не имею, пока где они, если честно. Я вижу огромное количество трупов. Я так понимаю, Карлея здесь уже была, да? С Бринльфом. Судя по состояниям бандитов. Так, сундучок. Эксперт. Сейчас на изи открою. Бам. Я просто эксперта открываю, как, не знаю, эксперт. О, спаутом. Да, не знаю, возьму, конечно, они редкие. Учитывая то, что это мод, я его больше нигде не найду. Биография Баренди возьмем. Книги тоже собираем. Естественно, книги собираем. Куда же без книг-то? Золото. Хорошо. Откуда у вас, ребята, отмычки? Вы же бандиты, а не воры. Ничего нету. Так, ладно. Идем. Я вот самое сейчас для меня будет страшно, это столкнуться с каким-нибудь Ага. Я понял. О, двемерский болт. Арбалета нету у меня, к сожалению, пока. Но вот арбалет это мощная, кстати говоря, вещь. И я думаю, что при первой возможности мы ее получим. Так, а что у нас здесь? Давайте сохранимся. Вот, я не знаю, у меня просто такое ощущение, что вот из вот этой вот хрени сейчас что-то вылезет. Хотя, по идее, не должны, учитывая то, что... Учитывая то, что тут все что-то какое-то слишком мертвое. Мне все равно как-то не по себе, на самом деле. Двемерские руины, они, блин, противные. Сейчас еще фармеров каких-нибудь найдем. А фармеры это вообще просто... Фаумер это вверх, я не знаю. Это что такое? Бляха ты муха. Как это убивать? Бляха ты муха. Так, у нас проблемы. А, прикольно. Не, ребят, я тут умираю, короче. Да. Так, я понял. Как это пройти? я понял, да. А мне нужна Карлея с Бринльфом, причем срочно. Без них я... Я не знаю. Я их не убью, инфосотка просто. Я одну-то убить кое-как не могу. А тут четыре. Ну, то есть, вы поняли. Но приколюха в том, что я ее при этом вообще никак не могу избежать. То есть, она меня в любом случае, по идее, должна заметить. Что делать будем? Хрен его знает, да? Вау, скрытность повысилась. В любом случае, если что, можно будет убежать, да? А у меня, кстати, случайно нет ни какого-нибудь зелья там на невидимость, не знаю. Идеальное зелье, знаю, лучшее зелье. К сожалению, нет.
Мне этот ваш огонь вообще вот сейчас вот никак не прикалывает. Кстати говоря, этих уродов можно было бы и здесь, кстати говоря, прокатить по огню. Они бы там умерли. Это что сейчас происходит там? Это же просто какие-то звуки, да, рандомные? Это же на меня сейчас не вылезет миллион человек и будет пытаться меня убить. Или как это работает, эта игра? Как-то по-особенному, наверное. Господи, где эти уроды? Меня бросили. Почему нельзя было сюда вместе зайти? Втроем. Чтобы прям уложить всех сразу. А, блин. Почти открыл. Так, шестерня, золото, микстура меткости, серебряное кольцо с рубином. Столько сундуков. Для чего я это открывал? О! Обожаю такие места, тут очень часто лежат разнообразные зелья. Которые могут быть прям очень-очень полезными. Ну, типа вот как раз-таки микстур. Я знаю, что есть, короче говоря, зелье, которое делает меня на некоторое время невидимым. Вот, оно бы было, мне кажется, очень полезным, учитывая то, что я двигаюсь абсолютно бесшумно. Карлия! Не может быть. Мерсер был здесь. Надеюсь, мы не опоздали. Да пошли вы. Те бандиты. Мы с Бриндельфом нашли их в таком виде. Работа Мерсера. Ага. Мы должны догнать его, пока еще не поздно. Пойдем. Мы должны быть осторожными. Не удивлюсь, если он оставил для нас парочку сюрпризов. Пойдем. Ага, конечно. По-любому. Вау. Подожди-ка. Что это? Это Мерсер. Смотри. Вон, внизу. Понял, девочка. Твою мать. Тварь. Проклятие. Тут не пройти. Мразь, я не знаю, что с ним делать. Заманивает нас. Что он там делает? Да, девочка. И мы будем готовы к встрече. Пойдем дальше. Пойдем. Твою мать, я не знаю. Я реально его убить хочу, просто он меня бесит. Это мразь. Так, надо под ноги, да, получается, смотреть, а то тут... О, господи, только не это. Вот, честно говоря, только не это. Корусы, да. Но нас тут трое. Ты когда-нибудь видела что-нибудь подобное? Не видела, врать не буду. Представь себе, какие богатства скрыты в этих стенах. Ну-ка, подошел быстро. Фаумеры, как я ненавижу фаумеров. Так, ребятки. Давайте поскрытнее немного будем. Фаумер, интересно, умрет с одной криты. Выйди сюда ко мне. Что значит не попал? Кто там? Еще один день жизни. Так. Хорошо. Фаумеры вообще
противные. Но не сильные, но, блин, нас трое. В принципе, проблем возникнуть не должно. Пусть сказать, не попал. Но! Ах. Чё, нас наелся, хочешь сказать? А, не. На. Да, я попаду сегодня. Короче. Вот эта позиция гениальна, мне кажется, для этого. Умри уже. Корусов держит, смотрите. Я не попаду отсюда. Охренеть. Так, я не знаю, на самом деле. Спускаемся, чё? Бляха-муха, нет! Только не сферы. Бринельф, иди танкуй. Бринельф, давай быстрей. Молодец. Да это же просто... Просто сфера, в чем проблема? Бринельф просто красавчик. Выносят. Знаете, если Бринельф боялся с Мерсером один на один на мече... О! Что? Это, мать его, было такое? Ну-ка... Че, по приколу сейчас умерли? На. Это сейчас лишнее было, серьезно. А, где... А, я понял, где я. Да, прикольная игра. Мерсер был здесь. Мы с Бринельфом... Мы должны догнать его. Мы должны быть осторожными. Идем. Да я скорее умру, если он оставит для нас больше сюрпризов. Давайте, короче, пропустим это. Блин, ну на самом деле... А чё я умер так быстро-то? Эта хрень разве настолько быстро убивает? Охренеть тогда. Так, вот место. Сохраняемся. Вообще не очень прикольно получилось, потому что я, блин, а от чего оно реагирует? А я можно сохранить сегодня уже? Игра может не будет залагивать, когда я нажимаю новое сохранение? Игра во время сохранения очень сильно начинает просто биться головой. Неожиданно, да? Сфера стоит, ей похер вообще. Да что значит не попал? Да что значит не попал? Вы издеваетесь? Чё за бред? Чё за бред? Стрелы, вы куда летите? Попал. И что это было? Странная иногда стрельба вообще работает. То есть, когда я не знаю, когда стрела летит по анимации тупо Фаумера, он не умирает, это, по-моему, это ненормально. Так, что здесь? Здесь ничего. Что здесь? Здесь золото. Так, как работает этот механизм? Быстро. Информацию мне доложили. Здесь и безопасности? Или что? Фаумерские стрелы, фаумерский лук лучше, чем у меня сейчас, значит, меняем. Так, лук. Так, ты тогда до свидания пока. Ты ставишься. И фаумерский лук 2. Отлично. Сундуков у них тут что-то нету. Так, ну... Коруса, да? Так это золокрысы обычные. Так, здесь сфера. В принципе, ее, наверное, не обязательно активировать, да? Так что пойдем, откроем дверь. В принципе, я знаю, где это находится.
Ну тут недалеко, короче, вон там сверху. Потыкать рычажки надо, дверь откроется. Только тут, по-моему, два. Если я не ошибаюсь. Вот здесь рычаг, и там еще два. То есть вот так вот бам, это что делает? А это заставляет ЭГЭ одну, да, а те вторую. Правда, бежать надо. Там, по-моему, на время. А, эксперт сначала открыть надо, я понял. А, стоп, подожди, не надо ничего открывать. Так, сундук забираем, то, что мы, получается, да, не взяли. Так, а что там за экспертом? Че это? Арбалет какой? А, какие-то рычажки. Ну-ка, подожди, мне интересно. Давайте сохранимся. Хотя это эксперт, я его достаточно быстро открываю. Да блин! Че здесь? Ну да, арбалет, короче. Че он делает? Какая полезная хрень. Ладно. Так, сейчас главное не убиться опять об эти шипы. Об эти лезвия. Потому что, блин, бред был, конечно. Я не думал. Я не думал, что там вообще вторая есть такая хрень. Ну, как оказалось, есть. Опа. Тихо. Тихо. Ой, что-то я вот это слишком наперед было сейчас. Да почему не попал-то? Стрела же в него полетела. Что это было? Господи, это такой точный на самом деле. Две стрелы в него просто на. Хорошо, еще, по-моему, есть. Должны быть. Чё, охренел? Стой, я что-то слышу. Чё ты там слышишь? Фалмер, убей! Карлея! Алло! Это что за... Подходит мразь какая-то. Звука попаданий нету. Похоже, мы можем пройти через зал или поверху, или по низу. Выбирай. Ой, а я не знаю, а есть разница прям какая-то особая? Пойдем через верх. Через верх всегда актуальнее ходить. Наверху есть очень много полезных вещей. Только что-то как-то не особо-то я, по-моему, могу поверху пройти. Типа здесь он имеет в виду поверху пройти? Ого. 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 Вау, 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 вау. Что-то Мерсер делает, твою мать. Сундук. Это Фалмер Мак, что ли? Ага. Чё не попал? Алло. Не хватает что-то мне, короче, скорости мышки, наверное, доводить иногда. Карли вообще стреляю. Ой, короче. Твою мать. Здрасте. Кто там на Карли? Ты на Карли? Вообще, я сам в Карли там попадал, но это не важно. Ну, а вот он ты. Как я сейчас не попал? Я прям в него стреляю. А, кстати, я вот... Слушайте, а если подумать, то, наверное... Наверное, это связано с этим. Господи, точно. С хитбоксом и анимацией. То есть у меня... на Skyrim стоят как бы моды на анимацию, да, на стойку там и так далее. А хитбокс, это попадание стрел, они от этого не меняются, скорее всего.
Нет, конечно, может меняются, может я ошибаюсь, но, блин, ну типа, мне кажется, что не меняются. Потому что это уже слишком сложно там. Хотя, не знаю. По идее, если делают стойку анимации, то, по идее, должны делать и... и этот... хитбокс тоже менять. Просто я вот только что, как я не попал, я не представляю. Просто в не... прям в него полетела стрела. Прям фаумера, имею в виду. Но нет, что-то как-то не помогло это. Так. На фаумерском написано. На фаумерском я читать не умею, извините. Сундук пусто. Угу. Идем. Где шаги, я не понимаю, это из-за соловиной брони или это реально шагов нету? Ай. Жоровы кости. Твою мать. Посмотри на это чудовище. Это двемерский центурион. Очень силен и опасен. Мы можем убить эту тварь или проскользнуть мимо. Решай, девочка. Мы за тобой. Не надо никого убивать. Твою мать, это похоже на, не знаю, на чужих. Ребятки, вы давайте за мной там. Подтягивайтесь. Меня он вообще никто в упор не видит. Ладно, не важно. Это просто очень хорошо сделанный мод. Так, ладно, не важно. Конечно, очень все это прекрасно, то, что люди там моды делают, да, там и так далее, но, блин, иногда они получаются с багами. Ну, естественно, потому что это не разработчики делали. То есть люди, конечно, может, и умеют, да, там программировать и так далее, моделировать, но не идеально. Потому что у разработчиков есть на это бюджет. А вот у обычных... Стой, я что-то слышу. Ну, начинается. Ладно, по-тихому не получилось. А твою мать, умри! Да как я не попадаю, стрелы в них летят, алло. Так, это бред, ладно. Да почему они отходят? Как я сейчас не попал? Пошел нахер. Как стрелы летят, подожди. Тихо. Давайте запасил. Так, скрытность, стрельбу, одноручная. Чё качаем? Чё у нас здесь? Класс брони увеличится на 25% при ношении полного комплекта легких доспехов. Шлем, кераса, перчатки, сапоги. 25% это, конечно, круто. Скрытность можно прокачать. Этот скрытность, взлом. Давайте взлом. Уровень. Хотя, не знаю. Что здесь? Способность незаметно взламывать замки. Чего, если от взломанного замка существует ключ, вы автоматически получаете его копию. Так, адепт. Вы находите больше золота в сундуках. На 50% больше шанс найти особое сокровище. Начальное положение отмычки ближе к правильной позиции. А, прикольно. Ладно, давайте тогда немножко взлом еще покачаем. Дальше посмотрим. Стоп, что-то забыл, что тут дерусь, короче. Спасибо. Пипец, как стрелы мимо вообще около него летят. Звуки пропали куда-то, да? Вот заметил я. Куда-то пропали звуки попадания. Так, мы вроде...
как-то обошли Центуриона этого, да? Вроде как-то его не сагрили. Я думаю, что я его трогать и не буду тогда. Ну, типа, зачем? А эти двое там так и стоят, так понимаю, да? Давайте постреляем в них. Там трое, потом. Поближе подойдем. А, четверо уже. Пауки! Как это мило. Но. Не попал. Угадайте, куда они пошли. По одному. Ой, мастер укрытий. Твою мать. А чё в земле? Гильдию, твою мать, да. Так, опа. Там нормально вообще все? Нифига себе, паук мощный. Попал, нет. Пипец, там надо выше брать просто. Даже выше я беру, не попадаю. Короче, надо ближе подходить определенно. Нет, не хотел говорить, не хотел смотреть. Да у них, короче, тут ничего нету. Все. Мама. Бринюнев, разберись. Благословенна ты, владычица теней. Еще один. Бринюнев разобрался, называется эта игра, да? О, почти пришли, я думаю. Здесь мы видели Мерсера. Мы О, да, мы приближаемся к нему. А он приближается к своей смерти. Нет. Что дальше? Ну и вонь. Все просто провоняло Палмерами. Гнездо у них. Что это было? Слушай, что у тебя за оружие это такое? Я хочу его клинки, я вам говорю, он мощный. Бринлиф просто берет. Со скольких там он? Три удара нету противника. Вообще любого. Гениальный замок. Вилка. Зачем мне может понадобиться вилка? Я не понимаю, так сколько у меня места? У меня места маловато становится. Карли, выпусти меня, а. Боже мой, боты. Ну, боты. Я в ноге. Я понял, да. Что? Не смотреть вниз. Круто. Прикольно. Что это было? Наконец-то! Покончим с этим! Ой, жребий выиграл! Это все? Да я не хочу с ними разговаривать. Горло подержать. Даже Фалмеры не заслужили таких кошмаров. Вау. Две... были жестокой расой. Охренеть. А чё, он даже не подключен к этим? Ну, в принципе, зачем, да? Ладно. Но это мощно, да. Кнопочки.
На кнопочке, я думаю, лучше не наступать. А, эти идиоты наступают им по барабану. В этом зале полно фалмеров. Можно прокрасться мимо или свернуть им шеи. Мне все равно. Главное, Мерсер. Воистину. Решай, как хочешь, мы с тобой. Фамеры, конечно, мрази, да, но... Я бы не сказал, что я очень сильно люблю ввязываться с ними в драки. Они как раз меня не замечают. По-моему, мы идеально подходим друг к другу, да? Вот только какого света, я думаю, лучше не стоять. А вообще они слепые же, да? Они же слепые, фамеры-то. Точно, фамеры-то слепые, ёлки-палки. Они, а у них только... Они же слышат только, да? Хорошо. А чё я туплю тогда? Господи, я-то думаю, чё они меня в упор... А фамеры, они же не видят нифига. Вообще, сами по себе, они слепые. Слепая раса. Ломается отмычка. Да бляха-муха, да пипец, ну... Но! Да почему? В таких местах это очень, блин, сложно открывать. А в какое положение мне надо поставить отмычку, чтобы открыть-то? Во. В таких местах это дохера сложно просто реально открывать. Они практически невозможны. Там такой миллиметр надо находить, это жесть вообще. Я слышу, как по этим трубам течет вода. Судя по всему, мы под озером. Скорее всего, да. Ого. Весело у вас здесь. Нифига себе. Вау. Ну, вот из-за таких мест, наверное, я просто обожаю, наверное, вот как раз-таки двемерские всякие эти руины. Ну, блин, ну я ненавижу их из-за двемеров, из-за пауков. Ой, ну двемеров, да, всяких двемерских пауков и так далее. Я понял, да. То есть слепые, они меня увидели как-то, ладно, да. А как они прям в упор не видят, я тогда не понимаю. Слепая же раса. Слепая раса — это все противники в Metal Gear, наверное, когда ты перед ними ползешь в маскировочной броне. Вот это да, вот это я... Только не ты. Твою мать, только не ты. Я один раз, короче, одного такого убивал полтора часа, наверное. Потом, короче, в результате убил его и сдох от его яда. Так, давайте сохранимся. Давно не сохранялись. Пошел нахер. Умри. Ты тоже. Думаю, они все поняли. О, так курочи всякие. Корусы просто мрази. А которые продвинутые корусы, это вообще забей просто с ними встречаться. Они такие имбовые. Они реально, они убивают буквально за 5 секунд. У них яды еще до хрена. То есть вот не вот обычные корусы, которые ползают, а которые летают, короче. Вот это вообще... Опа. Добрый день. Давайте опробуем наш новый скилл, который в 6 урона больше наносит. Стой, я что-то... На, не получилось, да, скрытно ударить, я понял. Да. Вот сейчас как я не попал. Я в упор стреляю, твою мать, и попадаю. Всё, да? Как мимо них можно вообще пройти? Незаметно. Остается только гадать, наверное. Святилище там уже какое-то. Даже анимация двери не было, я понял. Вау! И он еще нас не заметил.
Бриньоль, смотри за дверью. Хорошо. Мимо меня никто не проскользнет. Спустись с того уступа и посмотри, сможешь ли. Карли, когда ты думаешь, что тебе меня никогда не застать врасплох? А что это было, когда она в меня стрелой попала? В смысле я упал? Карле? Нет! Когда Бриньоль привел тебя ко мне, меня словно сквозняком обдало. В тот момент я понял, что все этим кончится. Один из нас умрет от клинка другого. Да, ты от моего. Отдай ключ. Чем тебе полоскала мозги Карлия? Рассказывала про честь среди воров, про клятвы, полные лжи и нарушенных обещаний. Ноктюрнал плевать на тебя, на ключ и вообще на всю гильдию. Ноктюрнал тут ни при чем, это личное. Значит, месть. Неужели мы тебя ничему не научили? Когда же ты откроешь глаза и поймешь, что мои действия не отличаются от твоих? Мы лжем, обманываем и крадем для собственных целей. Отличие в том, что у меня еще осталась честь. Конечно, ты никогда не будешь воспринимать скелетный ключ так, как я, как путь к бесконечному богатству. Вместо этого ты цепляешься за глупый кодекс. Это ты цепляешься за соломинку. Пора умирать. Тогда жребий брошен. Мой клинок снова прольет кровь соловья. Точнее, мой. Карлия, что это? С тобой я разберусь, когда разделаюсь с твоими неприятными скутами. Попал. А пока, может, тебе стоит получше познакомиться с Бриньоль. Что происходит? Я не могу остановиться. Будь ты проклят, Мерсер. Борис, Бриньоль, он подчинил тебя себе. Прости меня, я не могу. Где он? Вот он. Стоять! Не вижу его. Вон он. Да где ты? Тебе не спрятаться от меня. Да тебе не спрятаться от меня. Может, я тебя не вижу, твою мать? Вау! Умри нахер! Отваливается. Быстро хватаем скелетный ключ и глаз и бежим. Тихо. Имперский лук разряда говно. Глаз беру, правый беру, рубин беру, скелетный ключ беру, стрелы беру, беру, беру. Валим отсюда. Невезуха. Обвалилась там за дверью, она не поддается. В смысле не поддается? Ребята, что происходит? А что это за меч я там нашел? Подождите. Вот этот вот поглощает 15 единиц здоровья. Продадим. Так, в смысле вода поднимается? О, может давай? Или дверь типа завалила? А, я понял, да. Где Карлей с Бриньольфом, я не понял. Там есть где-нибудь труба, я не знаю, с которой вода не идет или все типа того. Ребята! Ребята! Бежим отсюда, а не то кончим, как Мерсер. Да ты что, правда? Каким у... У меня все падает уже. Куда бежим-то? В трубу вот в эту? Куда бежим? Я не вижу никакого выхода здесь. Вот выход.
откройте нам проход. Вот я вижу, это по-любому, да, должно было обвалиться. Давай. Давай. Твою мать. О. Ребята, выплывайте. Я подожду. Ой, твою мать, вода поднимается. Вау. Неужели все кончилось? 25 лет в изгнании. Осталось только вернуть на место скелетный ключ. Вроде все легко. Боюсь, все не так просто. Когда скелетный ключ был украден из сумеречной гробницы, мы лишились права входа во внутреннее святилище. Мы можем вернуть его, только пройдя путем паломника. Как я понимаю, ты не проходила путь паломника. Он создавался не для соловьев, а для испытания тех, кто хотел служить Ноктюрнал другими способами. Поэтому я не знаю, что ждет на пути. Что мы начнем? Бриньольф должен вернуться в гильдию, чтобы поддерживать порядок до твоего возвращения. А я... Я не могу предстать перед Ноктюрном после того, как не уберегла ключ. Боюсь, тебе придется пройти оставшуюся часть пути в одиночку. Не волнуйся, я верну ключ. Возьми мой лук. Не знаю, пригодится ли он тебе в стенах гробницы, но тебе нужно все лучшее, а я обойдусь. Этот лук у меня чуть ли не всю мою жизнь, и он никогда меня не подводил. Надеюсь, и тебе он принесет удачу. Так вот я не могу понять, а почему ты не пойдешь со мной? Я очень долго была соловьем. Я принесла клятву верности Ноктюрнал в обмен на долгие годы успешного воровства. Нам с Галом нельзя было влюбляться друг в друга. Мы потеряли бдительность, и из-за этого гробница была осквернена. А он погиб. Пока ключ не будет возвращен, я не смогу войти туда снова. Расскажи мне о портале в сумеречной гробнице. Врата в царство Ноктюрнал, Вечна Тень, находились в Скайриме уже... В любом случае, дольше, чем помнит история. Вокруг них люди и меры возвели сумеречную гробницу, чтобы защитить их от тех, кто мог бы использовать их в корыстных целях. Через эти врата Ноктюрнал ниспосылает нам величайший дар — удачу. Что она получает взамен, для меня загадка. Что такое путь паломника? Хотя Ноктюрнал и не требует поклонения в обычном смысле слова, в сумеречной гробнице было несколько жрецов. Конечно, они не общались непосредственно с Ноктюрнал, но утверждали, что она им благоволит. В знак службы жрецы создали уйму бессмысленных ритуалов в честь Ноктюрнал. Они не мешали соловьям? Жрецы не посягали на скелетный ключ и не подходили к вратам в царство Ноктюрнал, так что мы их терпели. Один из их ритуалов — прохождение по пути паломника, так называемое «испытание достоинства». Если паломник мог завершить путь, считалось, что он сливался с тенями. Что это значит? Поди догадайся. Расскажи мне о поборниках тени. Хотя Ноктюрнал... Ты прикалываешься? Конечно. Игра, алло! Жрецы не пустили... Я не понимаю, почему он иногда так делает. Расскажи мне о поборниках тени. Поборник тени умеет оставаться незаметным. Он умеет управлять тьмой и использовать ее себе на благо. В лунные ночи или в темных комнатах он становится невидимым в буквальном смысле. Расскажи мне о поборниках обмана. Поборник обмана использует тень, чтобы сбивать с толку окружающих. Сплетая узоры тьмы, он подчиняет других своей воле и может заставить их некоторое время драться за себя. А поборники раздора? Поборник раздора может посылать щупальца чистой тьмы в сердца своих противников, причиняя им большой урон. И в то же время эта нить укрепляет его собственную жизненную силу, делая его сильнее. Прикольно. Так, лук меняем. По-любому.
Где? Вот. Соловьиный лук, не может быть. Кстати, 23-23. Что? Но, блин, понимаете, как бы... Все-таки соловьиный лук-то у нас еще зачарованный. Твою мать, это охрененно. Ну вот и полный сет. Соловей. Готов. Ой, давайте свалим. Так, Бринлиф. У меня есть важные дела. Другой раз поговорим. Ладно, ребят. Твою мать. Что это было? Меня запульнули в космос куда-то. Да. Это, конечно, было жестенько. Вот это было охрененно. Я убил Мерсера, ну а все остальное мне не нужно. Прикольно вы придумали, ребята. Это где я вообще? Ладно, ясно, короче говоря. Хорошо, тогда давайте мы с вами пока что на этом закончим. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь, а мы с вами увидимся уже в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.